Здравствуйте, в кадре у нас нож MicroTech UltraTech, это нож выкидуха, вот такая вот разборка и попытка привести к более-менее удовлетворительному состоянию пружину. В чем дело? На многих экземплярах этого ножа пружина, вот эта вот, которая отвечает за выброс клинка, она очень тугая. И, например, одной рукой без ухищрений мне ее не открыть. Ну, точнее, как раз открыть, но не закрыть. Открывается нож, в принципе, без проблем, но чтобы закрыть его, вот пример, я одеваю перчатку, открываю нож, закрываю нож, открываю нож, закрываю нож, без всяких проблем. То есть здесь мне хватает трения, чтобы вот этот ползунок сдвинуть на себя. Но если я без перчатки, мне этого трения не хватает. Где-то минут 10 я искал биту, которую изготовил специально для данного ножа. Дело в том, что винты здесь не стандартные, а вот такие вот странные. Поэтому для них берется Торкс Т10, и над филем изготавливается вот такая бита с тремя шипами. Можно, естественно, купить готовую такую, но мне проще было изготовить. Вот какую она имеет форму. Ну и, соответственно, разбираем нож. Так вот она у меня вставляется. Винты. Педалька имеет пружинку. Как вариант, какие-то я встречал советы, можно вот здесь вот отполировать, капнуть маслица, чтобы, соответственно, легче она сдвигалась. Но дело не в этом. Дело не в том, что она вот здесь вот плохо скользит, а в том, что слишком большое усилие требуется для выстреливания пружины. Поэтому полировка здесь простая не поможет. Так, ну давайте смотреть. Оп. Как тут все устроено. В общем, устроено все простейшим образом. Такая пружина. Мега-мега-мега тугая. Она натянута вот на этой раме. Отсюда до сюда. Так как нож разобран, я не смогу нормально показать, как это все работает. Потому что ну, не получится это все так натянуть. Пружинка очень тугая. Вот она вот здесь вот сидит. За что она отвечает? Она вот здесь вот подхватывает клиночек вот за это место и толкает его вперед. Ну и потом вот с этой стороны, спереди, она точно так же клиночек толкает назад. Вот так, чик. В какой момент это происходит? Давайте посмотрим. Вот здесь вот у нас находится наша педалька. Вот она, вот тут. Так мы ее, чик. Вот здесь вот есть замочек. Мы ведем педальку вперед, замочек размыкается. Вот здесь вот пружинка натянута. Вот тут вот она зацеплена сзади. Кстати, обратите внимание, тут немножко так проржавело даже. И эта пружинка, она толкает клинок вперед. Так, пыщ, и клинок вылетает. Вот так вот, тыщ. А дальше он не сможет дальше вылететь, потому что здесь тоже стоит вот такая пружинка. Другой конец. Вот. И он вот так вот, хопс, и все. И зафиксировала клинок. Клинок не складывается назад из-за вот этой вот штучки. Если же мы хотим сложить клинок, мы начинаем это отводить назад. Отводим, отводим, отводим назад. Пружинка здесь натягивается, адски натягивается. Здесь она на это место держит. Мы доводим до конца, складывается вот этот замочек, и клинок, пыщ, улетает назад. Хоп, челка и защелкивается. Соответственно, вот он, и вот здесь вот стоит пружинка, которая это все дело делает. Вот, вот тут вот она растянута. Ой, не знаю, понятно, объяснил или нет. На канале Ас-Знам я видел тоже, как разбирается этот нож, и, может быть, он лучше объяснил. Если что, заходите к нему. Так, почитал в форуме, какие могут быть причины. Первое. Угол, под которым вот эта штука вот здесь вот отжимает вот этот замочек. У меня с ним все нормально. То есть замочек у меня этот вот отжимается прекрасно. Еще какие могут быть причины? Причины могут быть в том, что... то у меня все прекрасно вот здесь вот ходит. Причины могут быть в том, что тут зацеп на кнопке не очень большой. Сама кнопка, она вот здесь вот очень плохо скользит. То есть вот по этой поверхности она прям адски плохо скользит. Чтобы это проверить, я просто беру, закрываю, ставлю сюда эту чудо-кнопку и проверяю, как она скользит. Великолепно скользит. Дело не в кнопке. Внезапно я понял, что проблема, скорее всего, может и вовсе не в пружине. Почему? Потому что
Ну, во всяком случае, надо проверить эту гипотезу. То есть мы клинок закрываем, тянем кнопку. Кнопка закрывает вот этот вот замочек, но в него же упирается клинок. То есть он упирается. И чтобы его сдвинуть, вот этот замочек, по вот этой поверхности, нужно приложить очень большое усилие. Может быть, дело в этой поверхности. Она тут какая-то стрёмная, вообще неполированная. Ужас. Ну что, в таком случае пробую достать вот эту ерунду. То есть это все просто достается вот таким вот образом. Под ними находятся пружинки забавной конической формы. Ну да, поверхность здесь прям ужасно обработана. То есть вот я ее вот здесь вот уже обработал, а вот здесь вот еще нет. То есть здесь прям какая-то вогнутость. Я стараюсь, конечно, перпендикулярно водить, но вот здесь какая-то реально вогнутость. Вот тут вот. И нужно ее убрать. Так, давайте смотреть, чего мы добились. Здесь вот я полирнул. Причем сильно полировать не надо вот до сюда, потому что он заскакивает всего вот до сюда. Поэтому вот это место я не дополирнул. Посмотрим вот на эту часть. Посмотрите здесь, как ужасно сделано. То есть здесь не просто ровный угол, как вот тут. Вот здесь вот упирается замок, когда нож закрыт. Вот сюда. Здесь еще сделана какая-то, блин, округлость. То есть замок в теории здесь ненадежно сидит. Это очень плохо. Поэтому я здесь даже, наверное, не буду ничего полировать сильно. Потому что боюсь и усугубить ситуацию. И как это выглядит все на ноже. То есть вот нож открыт. Замок упирается, вот эта штучка, которую я достал, упирается сюда. И так как здесь уже мы сполирнули, все будет идеально ходить. А когда нож закрыт, замок упирается вот сюда. А здесь у нас как-то вот сюда. А здесь у нас как-то ужасно снята вот эта фаска, прямо ужас. Ничего я не делал, так уж завода. Ну, фигово. Ну что ж, полирнул я, получается, вот эту вот поверхность чуть-чуть. И полирнул вот эту вот поверхность, которая вот сюда вот упирается. Надеюсь, теперь все будет четко. В общем, взял я немножко сухой смазки форум. Вот она в таких баночках поставляется. Сейчас вот сюда вот на микробары немножко натру. То есть я делаю так. Я делаю следующее. Вот так вот раз. И она у меня лопается. Ну, зашибись. Так, пытаемся собрать нож. Только что у меня лопнула пружинка, наверное, потому что я неправильно все делал. Чтобы собрать нож, так, эту ерунду вперед, эту ерунду сюда ставим, эту ерунду сюда ставим. Так, чтобы это все сделать, захватываю пальцами вот так, это беру вот так, хватаю вот так и пытаюсь вытянуть. Чпук, вытянул. Теперь ставлю это все куда положено. Положено это вот сюда. Соответственно, здесь у нас кнопка находится. И пытаемся закрыть вторую половинку. Извините за возню. Хопс. Хопс. Эту мы додвигаем до сюда. Соответственно, клинок встает на зацеп. И должен открываться и закрываться. Проверяем. Да, должен закрыться. Обязан закрыться. Закрылся. Открылся. Ну, вот так вот собирается этот нож. Что-то я долго очень возился. Так. Руки очень вспотели. Сейчас через тряпочку. Блин, все так же туго, как и раньше. Вот что я вам скажу. Все так же туго, надо ослаблять пружину. Итак, щелкнул я раз 30. Форум должен был уже приработаться, поэтому делаю вывод, что проблема не в нем. То есть проблема все-таки в пружине. Так как себя ведет это все тоже точно так же, как раньше. И я потратил полчаса, что-то там полируя, что-то выясняя, ну просто ни на что, потому что надо было с самого начала, ну, с пружиной дело иметь. Вот, но это было непонятно, что именно пружина виновата. Поэтому полчаса потрачены, но зато сейчас мы проблему решим. Немножко растянув пружину. Разбираем снова эту всю ерунду. Винты нормальные, не слизываются. Главное правильную отвертку найти для них. И все будет отлично.
Ну, я рад, что попробовал вот эти вот меры в виде полировки всех трущихся поверхностей, смазки форум. Почему? Потому что надо же все было попробовать, а потом уже делать меры типа исправления пружины. Так, сейчас она так щелк и вылетает. Нет, держится еще на месте. Итак, что можно сделать с этой чудо-пружиной? Вот она. Угу. Ну да, нож же есть заблокирован. Опс. Что можно сделать с этой чудо-пружиной? Как-то ее надо ослабить. Она прям, ух, какая жесткая. Вот что я сделал. Вот она какой длины стала. И оставляю сейчас. Ну, на сутки давайте. Значит, постояла она двое суток на бруске, который, ну, вот почти 12 сантиметров растянутый. Я думаю, этого хватит. Главное нам не перестараться, поэтому лучше меньше, а потом еще раз, чем один раз слишком сильно сделать. Так, собираем, соответственно, нож. Собирается нож простейшим образом. Раз. Закрыли. Вот эту ерунду берем. На нее надеваем эту штуку. Я уже понял, что она немножко оттянулась тем, что я сейчас не с таким усилием могу сделать вот это вот. До этого мне нужно было это с большим усилием. С большим усилием делать. Так, ставим сюда пружинку. Соответственно, кнопку ставим. Сюда, да? Ой, как там она ставится? Вот так вроде. Значит, ну и закрываем, да? Хопс. Упс. Кнопка ходит. Все нормально. Я слишком сильно оттянул пружину, и он не вылетает до конца. Чуть-чуть не хватает, чтобы он зафиксировался. Вот. Поэтому что можно сделать? Либо оставить так, как есть сейчас. Либо укоротить пружину на пару витков. И сделать то, что было в начале. Но мы вообще никуда не сдвинемся. Тут-то мы хоть как-то сдвинулись. То есть он стал полегче вылетать. Но можно, да. Опять же, укоротить пружину и сделать его снова как раньше. То есть очень-очень тугим. Сейчас он более-менее, да, плавненький. Но все равно этого не хватает, чтобы закрывать легко, без тряпочки. Вот. Такой мой опыт. Такие вот выводы. Значит, я делаю какой вывод? Проблема не в пружине, проблема в конструкции ножа. Вот. Так что я и так ее ослабил, но это ничего не дало. Точнее, это дало что-то, но теперь нож плохо выбрасывается. Я сполирнул все части трущиеся, насыпал сухой смазки форум, это тоже не помогло. Значит, проблема в конструкции. Что я могу сказать? Не знаю. Не покупайте, блин, Ультратек, или, блин, качайте пальцы, или закрывайте его вот таким вот образом. Кстати, он очень неплохо теперь закрывается. Да, мне нравится, кстати, то есть... Я вот так вот его закрываю, вообще оно отлично. Потому что, наверное, все-таки каких-то результатов я добился. Знаете, что я думаю? Я сейчас переберу и налью туда смазки немножко. Benchmade Blue Lua. Удивительно, но со смазкой все стало только хуже. Я сейчас вытираю всю смазку и заново собираю. Перебрал, удалил смазку. В общем, она тут и не нужна. Нож закрывается одной рукой. Открывается тоже одной рукой, если нож не поднимать вертикально вверх. Ну и, в принципе, это меня, наверное, устраивает. И менять уже я ничего не буду. Вот. Буду всегда нож открывать, держа вот так, а не вот так. Вот такой вот у меня опыт с пружиной на Microtech. Может быть, конструкция какая-то недостаточно совершенная здесь. Может быть, здесь вот эту штуку, если повыше бы сделали подъем, вот на этой кнопке было бы удобнее и не было бы желания ослаблять эту пружину. Может быть, я чересчур переослабил пружину, надо было чуть-чуть там на 20% меньше ее ослаблять, тогда бы он и вылетал, и закрывался. Но я думаю, тут довольно сложно поймать этот момент. Все, в принципе, чем хотел поделиться. Ссылки, дополнительная информация в описании. Пока-пока, увидимся.